Житель нашего города Павел Войтов, популярный в сети видеоблогер, делится со своими подписчиками новостями из мира мотоспорта. Каждый день он старается выбрать для обзора что-то новое. Сегодня он тестировал электровелосипед. Ну что, вот, прокатившись, могу сказать смело, интересное решение с полным приводом. За это лайк. Вот чуть-чуть грибцы, конечно, неудобные. Ну, короче, прикольно, прикольно. Надо покататься еще. К видеоблогингу Павел пришел не сразу. Посвятив несколько лет мотоспорту, понял, что эту тему необходимо развивать. Ему есть о чем рассказать и поделиться с единомышленниками. Когда мы начинали снимать видосы, да, мы еще тогда не знали, еще такого не было понятия блогер. Это был 2011 год, об этом даже никто не думал. Я не знаю, почему мы начали снимать видосы вообще, в принципе. Мы просто хотели поделиться с людьми той информацией, которая вот эксклюзивная, так сказать, для России, которая у нас есть. Сейчас его блог насчитывает более 30 тысяч подписчиков. Здесь не только обзоры новой техники, но и ролики соревнований и выступлений. Мы не привязаны никогда к локации, она бывает каждый раз разная. Вот. Но в основном здесь вот в клубе в Питбайковском мы снимаем все свои видюхи, потому что сюда привозят нам на тест-драйвы, короче, велики, мотики, всякую там технику, траки, и мы здесь, собственно, работаем над этим. Павел – основатель первого питбайк-сообщества в России. Здесь тренируется команда гонщиков, которые представляют родной клуб на различных соревнованиях. Блогер с гордостью рассказывает о победах и наградах. Самая дорогая для меня была, наверное, это вот 2006 год был. Вот такая вот наградка. Вот, это первый Adrenaline Games проходили. Вот, и нас судили, самые крутые приезжали иностранцы, типа, прям вообще вот прям. И вот я выиграл тогда первое место. Наш герой до фанатизма увлечен своим делом. Старается всегда найти и показать новую и актуальную информацию. И это уже сложно назвать работой или профессией. Это образ жизни. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.